Всех приветствую на моем канале. А сегодня мы едем в национальный парк Чирын. В основную, так сказать, точку — это у нас долина замков. Если будете ехать со стороны Алматы, будет вот такой вот указатель. Чирын 10 километров. Вон с той стороны тоже такой же указатель есть. С недавних пор здесь сделали дорогу, положили новый асфальт. Ограничение 60 километров в час. Но почему-то нету разметок. Но да ладно. С Алматы до Чирына ехать 2 часа, сейчас уже 2 часа, раньше чуть больше было. Сейчас дороги стали лучше, есть платная часть, так что можно доехать быстрее. Если честно, я вот в первый раз удивлялся и сейчас удивляюсь до сих пор, почему дорогу сделали такой узкой. То есть здесь разъехаться две машины, конечно, могут, но как бы опасно, очень близко. Я, кажется, понял, из-за того, что дорога такая узкая, сделали ограничение 60 км в час. Но, походу, я тут единственный такой дурак, который едет 60 км в час, и меня все обгоняют либо в ту сторону, либо в эту сторону, так сказать. Раньше, когда дорог не было, все ездили вот так по обочине. Ну, как по обочине, просто по бездорожью, можно сказать. Вот, и столько люди там хаяли эту дорогу. Вот, почему скорее не сделать дорогу? Вот ее сделали, как говорится, теперь здесь наплыв туристов. Нереальный наплыв, кстати говоря. Народу много, даже вот сейчас едем в обратку. Не знаю, машин, наверное, штук 40 проехало. В эту сторону тоже пару штук машин. Ну, мы поздно приехали, мы уже сейчас 5 часов вечера. Вот так вот стало цивильно, видите, огромный шлагбаум металлический. Он нормально, такая слева будочка. Справа там плакаты. Все как положено, можно сказать. А вот люди, которые охраняют нас парк. Даже такое есть. Я вот, если честно, не уточнил, но вот, кажется, получается за человека 777 тенге 80 йен. И вот получается 1555 тенге 60 тенге за двоих. И получается где-то 100 тенге, видать, это выходит за парковку на машину. Вот мы и заехали в нацпарк, оплатили, так сказать, госпошлину за въезд. Сейчас госпошлина составляет 1655 тенге и 60 йен за двоих персон. За Аскарика, получается, ну, ему, он маленький, за него ничего не платим, бесплатно проехал. Вот так, смотрите, сделали парковку здесь. Такая парковка, беседки, там дальше туалет, и здесь находится главная лестница, где спуск, каньон, и дальше уже все пешком. Как говорится, это еще мало народу. Обычно здесь десяток автобусов, ну, они все уже уехали, сейчас 5 часов вечера, все в это время обычно домой возвращаются. Ничего себе, друзья, раньше можно было туда проехать вот так, вот так, вот так, а сейчас закрыли въезд, поставили ворота, вот здесь, здесь. Короче, здесь теперь не покатаешься. Вот тут оставляешь тачки и все. Вот так выглядит новый туалет. Народу, желающих опробовать, много. Ну, несмотря на это, хотя бы на парковке здесь вон там есть камеры. Уже, как говорится, плюс. Сделали вот такую вот карту здесь. Че где, как говорится, что можно, чего нельзя. Вот, мы находимся сейчас вот тут, вот, бахлау пункта. И вот так вот, так, долина замков Чирынского каньона, и вот туда вниз. Начался наш спуск по лестнице. Поставили новые лестницы, бетонные, рукоятки железные. Лестницы довольно-таки удобные. А вот, конечно, большой минус, то, что они сделали для спуска с детьми, с колясками. Вот, а так, блин, вообще кайф был бы, конечно. Ну да ладно, думаю, люди потерпят, спустят коляски отдельно. Но все же порекомендую, если вдруг будет руководство парка смотреть это видео, сделать, конечно же, спуск еще и для тех, кто с колясками. Вот, это будет большим плюсом. Такая вот лестница. Местное такси. А это, оказывается, слева остановка, можно сказать. Никто не хочет пешком идти. Не знаю, я считаю, если ты сюда проехал, то хотя бы спустись
пешком. Вот, насладись, как говорится, красотой. А вот обратка уже, конечно, когда вот на подъем, сами понимаете, можно и подняться за бабки. Но в целом лучше туда-сюда, пешком. Так, из того, что новенькое, это у нас появились мусорные баки и скамейки. Вот какие тут пошли виды. Такие вот здесь скалы. Вот такие здесь вот красоты. Красота, да? Говорят, этот камень похож на лягушку. Красота, конечно, здесь. Чем? Красиво, конечно, очень. Вот такой вот есть камень по пути. Через него раньше тут, ну, точнее сейчас машины проезжают вот так вот сквозь. Бывало, что иногда некоторые машины не могли проехать. Так вот аккуратно, аккуратно, аккуратно. Не вошел поворот и вошел. Это вот оттуда мы как раз пришли. Вот такой вот проезд. Так этот проезд выглядит с другой стороны. А дальше вот такие вот виды открываются, как проходишь через эту маленькую щель. Сверху вот такие вот скалы. Так, вот здесь вот красиво, видите? Дальше идем, спускаемся. Смотрите, как меняются цвета. Здесь уже черные такие, обугленные, можно сказать, скалы. Дальше вот такой вот поворот. Слева вот такие вот нагромождения над нами прям. Дальше дорога вот так продолжается. Дальше у нас вот такое вот ущелье. Заметили, как цвета изменились? Тут уже больше зелени и меньше, так скажем, желтых красок. Вот отсюда мы только что вышли. Красота вообще. Большой плюс того, что мы сюда приехали вечером, это то, что здесь не жарко вообще. И вообще просто по кайфу идешь. Сегодня, потому что на улице было плюс 30 градусов, а сейчас ну, где-то плюс 23, так может быть. Может даже меньше. Ну, надеемся, что это правда. Вот, продолжаем наш путь вниз. О, смотрите, вот тут кусок откололся. Ну, это уже давно, конечно. Вот и дошли почти до речки. Здесь вот есть вот такой экопарк Tourist Resort. Вот, по поводу цен не подскажу. Но мне говорили, что здесь недешево отдыхать.
такая есть табличка, если вдруг заблудились. Вот экопарк Бунгало Резорт. А, просто экопарк Бунгало. Вот так выглядит, вроде как цивильно. Интересно было бы узнать цены, да? А вот здесь вот такси. Здесь можно сесть и подняться наверх. Тут раньше еще юрты были, но походу их убрали. Что-то не видно. Идем искать ресепшн. Вот такие здесь вот места. Вон там что-то есть. А где тут административное здание? Странно, что-то никого не видно. Теперь здесь, короче говоря, галым-гало. Юрт нету, смотрится совсем бедно. Да, не осталась вот эта беседка и вот эта беседка. Тут просто раньше еще ресторан был, можно было здесь покушать, то все. Короче говоря, походу съезжают ребята. Классные бунгало. Так, трехместное размещение. И Аскар, тихо. Вот такая вот территория классная. Здесь еще можно посидеть на улице. Здесь вот зона шашлыка, костра. Такие вот места. Есть трехместные, двухместные места. Ну, бунгало. Туалет, душ отдельно. Короче, друзья, бунгало стоит 5000 тенге на человека за сутки. Еда не включена. Продукты все с собой. На машине сюда заезжать нельзя. Вот, можно будет на такси спустить свои вещи, продукты сюда и заселиться. Такие вот дела. А здесь вот течет Чарын. А вон там где-то за поворотом будет Бестамак. Что ж сказать, мусора здесь тоже достаточно, но здесь уборка идет полным ходом, кстати говоря. Тоже только что застали, как люди прям убираются. Ну, они вот мелкое не убирают, только крупные я вижу. Окурков очень много, фантиков много, крышек, разбитых стекол и так далее. С этой стороны еще есть вот такие беседки. Вот, я помню, мы здесь как-то там даже ночевали, вон в тех кустах где-то там. Палатки ставили. Ну, тогда еще можно было заезжать на машинах сюда. Вот, по поводу, кстати, ресторана, сказали, полностью снесли. Я так понимаю, поменялись арендодатели. Ой, или арендодатели, арендобратели. Ну, короче, там будет новый, что-то, какой-то проект, сказали. Будет новый ресторан и будет открываться только в следующем году. Такие вот дела, друзья. Вот такое вот место. Людей много. Стало очень людно. Такой вот вид, да, суровый. Так выглядит бунгало резорт. Пошли, сына, оставь его. Мы его не сможем утащить. От камня к камню. Аскар! Аскар! Какие камни, да? О, смотри, смотри уже. Так, минусы этих такси. То, что они мимо проезжают. Пешеходная и автомобильная дорога тут одна. И когда они мимо проезжают, ужасно воняет. И они еще пыль поднимают, короче. Это, конечно, минус. Ладно бы это было один раз, да, но вот пока мы поднимаемся, это, наверное, уже раз четвертый или пятый.
поднялись вверх, а тут такое затишье, ветра нету, красота, вообще просто чистейшей воды. Ой, ребята хорошо встали, прям молодцы. Такой вот контраст. Мы поднялись вот по вот этой тропе. Довольно-таки опасная, но подняться вам можно. Конечно, было бы здорово здесь лестницы сделать. Но я думаю, тоже в будущем. Фух, вообще красота. Очередной закат. О, друзья, даже не заметил, как вышла луна. Какой кадр мощный. А сзади солнце садится. Ну, давай, где тебе фото? Просто с луной кадр, вообще огонь, ребята. Еще почти полная луна. Кажется, завтра будет полнолуние. Еще один ракурс. Вот вам, друзья, еще один ракурс. Несмотря на то, что там спуск вообще никак не оборудован, здесь тоже место спуска. Так вот, друзья, раньше можно было туда заезжать, а теперь нельзя. Ну все, домой. Ужин. Друзья, всем спасибо за ваше внимание. Спасибо, что посмотрели данное видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, как говорится. И да, вообще в целом присоединяйтесь к нашим путешествиям. Мы всегда открыты новым людям, новым встречам, новым знакомствам. Все. На этом все, как говорится. Выпуск про Чирын подошел к концу. Всем спасибо. Еще раз. Всем пока-пока и до скорых встреч.